Всем доброе утро! У нас сегодня Рождество, и мы идем на ужин к моим родителям. И я с собой хочу взять салат, который делается очень-очень легко, всего лишь из крабовых палочек. У меня вот такие вот, и вот такие я купила. Потом с кукурузы, с майонеза и вот такой вот капусты. Это капуста шинаколь, а по-русски, наверное, называется китайская капуста, не знаю. Сейчас я это все сделаю в миску, размешаю с майонезом и вам покажу. Он очень-очень простой и очень вкусный. Так, капусту вот я нарезала. Сейчас я добавлю крабовых палочек. Пушок, как всегда, рядом помогает. Пушок, нельзя, уходи. У тебя стоит твоя тарелочка с кормом. Иди кушай, иди. Кушай. Помощник. Ты помощник? Конечно, тут вон палочки крабовые лежат, да? Найн, кевек. Так, палочки я нарезала. Я люблю, чтобы крабовых палочек в этом салате было много, поэтому я взяла примерно, по-моему, 18 палочек было. Да, здесь 12. Да, у меня получилось 18 палочек. Так что сейчас добавлю кукурузу, майонез, и салат готов. Так, вот я добавила кукурузу, майонез. Сейчас его размешаю, и все. И можно будет собираться и ехать до родителей. Там потом обязательно сниму, какой у мамы стол получился рождественский. Мы уже у мамы. Смотрите, какие вкусные булочки. Вкуснятина какая. А в духовке такая утка. Скоро будем кушать. Мама тут делает тостики. Что ты будешь наверх ложить? Огурец и шпротину. Будет очень вкусно. Да. Стол я сейчас, он еще пока не готов, я потом его засниму. Хочу вам кое-что показать. Вон там вот скворечник, я не знаю, видно его или нет. Его делал мой папа для птичек. Но живет там белочка. И она даже уже там с бельчатами. Не знаю, наверное, плохо видно. Да, плохо. Так что это один, два. Два скворечника получается. И вот в одном живет белочка. И сейчас не видно. Все, открываем. Здесь голубцы. Вкусно. А тут что варится? Картошка пускай. Картошка? Ой, мы уже все кушать хотим. Сейчас будем кушать, да? Все, вот он, стол получился. И тостики, и с икрой, и оливье, и утка, толчонка. Все. Голубцы. Голубцы. Так что мы садимся кушать. Подарки все уже привезли. Сейчас покушаем и будем раскрывать. Все, мы уже дома. Я хочу вам показать, что я получила от моих родителей подарок на Рождество. Это две красивые сковородки. Вот такие вот сковородки от вот этой вот фирмы. Кто знает, тот поймет, что сковородки хорошие. Одну вот такую сковородку и другая сковородка побольше. Тоже от такой же фирмы.
Так что спасибо за такой подарок. И наши подарки, которые мы им подарили, это весы и термос, тоже тебе понравились. Так что у нас Вайнахтен прошли удачно. Так что пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Чем больше у меня будет подписчиков, тем я больше буду видео делать, и у меня будет больше интереса выкладывать свои видео. Ну все. Всем пока.